все это очень дорогого стоит. Вот, а сейчас я хочу представить, думаю, что многие уже слышали, людей поющих. Поющих не так, как мы с Леной поем, там наши многие друзья, а людей, поющих везде и всюду. Каждую минуту, я думаю, что они поют даже во сне. По одному, по двое, по трое, по четверо, иногда даже по пятеро. Я тут присутствовал, они репетировали у нас на даче. Сосед приволок ящик с корюшкой вот такой вот. Да? Они чистили, жарили часа четыре. Вот. Я там находился в Серебряной, они все пели. Это что-то вообще. Я такого не встречал. Они не первый раз, мы вместе с ними выступаем. Вот еще я хотел сказать, что вот эти костюмы на них, это сваляла Марина в свое время, когда она сказала, почему у вас нет сценических костюмов. И вот она мне сваляла вот такие вот жилеточки. Она и Лене сваляла жилетку с белым воробьем, который я просил сегодня ее спеть, но она не спела белого воробья. Ну ладно, еще споем. Не вечер. Еще не вечер, да. Все правильно. Итак, вокальная группа «Шавлега». Прошу вас. Елена Немыкина, Алексей Жерве, Елисей Захаренков. Мабуе,
Аллилуйя!